Областное радио. Что такое вообще красная линия? Да, давайте для тех, кто не видел, не знал, не сталкивался. Это пешеходный маршрут, состоящий из красной линии на тротуарах. Закольцованный путь, вы можете по нему пройтись, это буквально час-полтора, посмотреть интересные достопримечательности города, граффити, парки, места. Также на маршруте есть 6 информационных стендов именно о зданиях, об их архитектуре. Я надеюсь, что вы все пройдетесь, узнаете много нового об архитектуре города, поймете, какой у нас город Новосибирск красивый, интересный и совсем не скучный и серый. Анечка, приятно вот уже, что несколько лет проект работает, вы получаете обратную связь, вам пишут. Да, очень приятно получать положительные комментарии. Спасибо всем, кто нам пишет в группе ВКонтакте или просто в личном общении. Также большим показателем оказалось то, что мы нашли спонсора, который нам уже в этом году бесплатно покрасил линию. Надеюсь, мы продолжим с ним сотрудничество. И после ремонта Красного проспекта у нас в следующем году опять появится новая красная линия. Честно, в 2017 году, когда мы это делали, мы не знали то, что мы волонтеры. Но и это и про таких, как мы, просто активистов гражданских, но это и про очень большие волонтерские корпуса, очень большие волонтерские организации, которые, наверное, каждый из вас знает, но даже не подразумевает, насколько это серьезная система, которая работает каждый день как отточенный механизм. И я всем советую зайти на сайт Добровольцы России РФ, там можно на карте прямо посмотреть, в каком городе, в каком регионе, какие проекты. Там же сейчас проходит вот это народное голосование, там тоже можно выбрать. До какого числа можно проголосовать? До 10-го. Угу. И я призываю туда зайти, потому что там уже отборка именно финалистов этого конкурса. И очень интересно смотреть, насколько инициативны у нас граждане в стране и насколько у них крутые проекты. Там причем несколько возрастных категорий, это люди не только молодые. Да, там много разных номинаций, до 18, после 18. После 50? Да, кажется. Вот, и в каждой номинации, если вам интересна какая-то определенная номинация или какой-то определенный даже регион, вы можете там фильтрами настроить, и все очень удобно. Это инициатива конкурса, она как раз еще и направлена на то, чтобы мы все познакомились, чтобы мы постоянно друг с другом контактировали на каких-то очных мероприятиях, просто в социальных сетях и так далее. И каждый день я узнаю новых добровольцев, и я понимаю то, что возможно, я не знаю всех, и это очень грустно, я стараюсь каждый день узнавать кого-то нового еще. Ну да, это общение, прежде всего, да? Да, мы общаемся, допустим, с ребятами, которые в других городах делают похожие маршруты. А вообще красная линия так ушла в народ, ну что называется? Ну, а вообще не мы ее придумали, это 100 лет назад там в Германии придумали такой формат. Угу. В России у нас много городов, где такие есть маршруты. Где-то это делает музей города, где-то это делает администрация, где-то такие же волонтеры. Обычные люди. Да, вот, допустим, мы хорошо общаемся с командой из Красноярска, называется «Нити Красноярска», у них маршрут полностью виртуальный, у них не получилось согласовать стенды и покраску линии, но у них очень хорошо проработана система онлайн, аудиогида. То есть это приложение, наверное, да? Да, это приложение и сайт. И очень интересно обмениваться опытом и, опять же, понимать, где наши зоны роста и где нам стоит расти. Именно в проекте «Красная линия Новосибирска» мы понимаем, что наша главная миссия была это показать, насколько у нас интересный город, чтобы люди его полюбили и продолжили сами рассказывать другим людям и друзьям о том, в каком городе они находятся, либо в гостях, либо просто живут. И все наши перспективы будут направлены именно на эту цель. Будут прекрасно. Ли это какие-то новые линии, или это будет аудиогид с сайтом, или это будут какие-то экскурсии, квесты. Мы пока точно не боимся афишировать, потому что все еще не определено. Но именно в этом направлении мы будем двигаться. Радио 54. Первое областное радио.